хорошо отборолись. Многие наши выиграли, многие проиграли, но все старались. Первое место заняли трое человек. Это Василий Глеб, Илья Румянцев и Цибиров Георгий. Они все очень хорошо постарались. Все молодцы. Но еще у нас еще заняли вторые места. Якуб вроде заняли. И третье место много кто заняли. Ну, отборолись, все молодцы, можно сказать. Сейчас подводятся итоги. Сзади меня там все развлекаются пока. И администрация, ну, в конце нормально справлялась. Ну, там бывало в одной схватке, там 15 минут стояли два борца. И 15 минут там разбирались, кто победил. Вот. А так